Всем доброе утро. У нас на дворе 6 утра. Надо выезжать, солнышко только встает. Ну что, у нас уже традиция, я проснулся. Влада еще там благополучно спит. Я буду рулить, чтобы не тратить время. Сейчас едем в Бухару. Тут проблема со снятием денег вообще по полной программе. Потому что даже в банке нельзя снять с мастер-карта денег. Ну и с визы, соответственно, тоже. Только либо корон, либо какая-то их местная карта. Поэтому едем до Бухары. Бензин у нас как раз соляры до Бухары. Даже меньше. По пути надо в любом случае где-то заправляться. Там будем пробовать снять денег. Ну и менять их на черном рынке по выгодному курсу. Потому что это выгоднее в два раза. Едем. Только здесь, да? Ну там нигде не было вообще дизеля. Дизеля, в общем, вообще нигде здесь нету. А что вы снимете? Фильм снимаю. Ну, типа того, да. Все? Куда нажать? А я на масло нагнулся. Давай. Здесь управляй. Ну все, 20 литров должно войти. Проблема вообще с дизелем. Бензина много, пропана много, дизеля вообще нету. С картами расплатиться вообще нереально. Снять с карты вообще нереально, поэтому... Если что, то только канал. Все, спасибо. Рахмат. Нам принесли уже шашлычок. Сейчас руки помою и приду. Спасибо. Вот так вот живут они здесь. У всех, кстати, вот такие вот красивые кувшинчики просто. Я бы себе даже домой такой забрал. Мне кажется, он очень крутой. Что самое интересное, что тут куча всего, и это все, что-то все... А, это хлопок, кстати. Это хлопок. Так, вот тут какие-то шкуры у них, еще что-то. Тоже хлопок за этим, сзади. Прикольно? Прикольно. Как в деревне. Ой, горячую воду принесли. Не, хорошо, очень хорошо. У нас в поиске банкомата и банка в воскресенье в Бухаре. Скажу вам, это, конечно, непростое занятие, потому что просто все закрыто напрочь. И в будний день-то не найти ничего. А выходной день, мне кажется, вообще лотерея. Вот, сразу видно, для туристов есть. Надеюсь, что он принимает мастер-карт. Скажи, что принимаешь мастер-карт. Послушай, принимают только карты виза в иностранной валюте. Блин, сейчас будем пробовать перевести деньги. Ну что, пойду сначала, наверное, попробую до банка дойти. Попробую снять там. Если нет, то вернусь сюда. Время еще есть. Когда буду хромать, куплю себе такую палочку. Прикольно. Прикольные магнитики всякие. Пока
жаре. А сейчас понимаю, что в Москве где-нибудь что-нибудь около 10-15 градусов. Дубак, ветер. А тут хорошо. Примерно из таких всегда мы здесь в каждом кафе практически пьем. Сколько стоит такой? Набор? Да. 65 тысяч. 65 тысяч? Вообще недорого, 65 тысяч. 6 ложки, чай, 4. Спасибо. Внутрь хорошие ножи есть. Дамасская сталь. Нет? Пожалуйста, я сейчас вот. Это получается сталь, да, просто? Не, ну не дамаск, ясно, просто обычная, обычная, да, сталь. Обычная сталь. А из чего? Уже я делаю, потрогать вот. Горячая, осторожно, горячая. Да, горячая. Сейчас я только заливаю. Только залили ручку, да? Рукоятку. Потом. Он уже закаленный, да? Да. Он закаленный, конечно. Вот здесь мы работаем. Сейчас я. Ну, подостыл, да, сейчас просто? А? Отковали, да, сейчас? А получается, заготовки из чего? Из чего куете? Ну, в основном эти подшипники, да, клапана? Клапана? Не, клапана я не делаю. Подшипники, да? Шарик у меня. Я понял, из подшипника. Вот, ну, обоймы. А, обоймы. Вот, да, хорошие, хорошие, хорошие. Хорошая сталь. Хорошая сталь. Я из нее делаю. Из нее же и крутите, да, если из дамаск, то и не ее крутите. Дамаск совсем другой. В дамаске я добавляю другую вещь. Из прута, да, делаете? Из прута. Из прута. Закручиваете, да? 4 берете прута или 2? Прут, у меня несколько. Несколько, да? У меня этот, с этого я делаю, с пружины делаю, потом из троса делаю, из вот этих, как я называется? Ножовка по металлу. По металлу, это полотно. Полотно, да, это полотно. Полотно делаю, а шариковое делаю. Горно у вас почти... вообще, горно хорошее, красивое. Красивое. А вы в первом поколении или кто-то уже был до вас? Это наши рабочие места. А рабочие самое интересное? А здесь наша история кузнечного ремесла. Голову нагните? Да. Это мой папа. Отец. Это его ученики, знаменитые мои родственники, знаменитые кузнецы Бухары. Вот родословное дерево. 6 поколений мы занимаемся этим ремеслом. Молодцы, вот. Какие. Вот это все говорится о том, что это работа всех кузнецов. Молодцы. Дайте вам руку, почему я хочу пожать руку. Да. Это молодцы. Вот это панорама, это старинный кузнечный ремесло, это мастерской. Вот так выгляделся. Город, меха. Меха большие, да. Точильный станок, инструменты. А вот это что такое? Вытягивает что-то? Это фальцовочник для... Загибание разных. Загибать, да, форм. Да, форм, загибать это все. Вот одна из моих работ, ковную на металле, это портрет Адмира Тимура. О, так. Да, очень хорошо. Пойдемте, покажете, что идемте. Смотрите, внимательно смотрите, у них ни запаха металла, ничего нет, они перекупщики. Они построили форму кузнечную, и они делают то, что я делаю. Они украдут у меня. Представляете, все время. Поэтому я свои хорошие вещи на улице не вставляю. А это кожаный, да, фартук? Из кожи? А из какой кожи делается? Это не баранья, а это рогатый. Овца. Козел. Скот. А, корова. А вот из коровы. Это корова. Ага. Да, чтобы окалины не попадали. Да. Вот я отжигаю. Он легкий, а тут тяжелый. Тяжелый, да. Но зато тот больше может держать температуру. Вот мои работы. Вот одна из моих
журналов, в «Мили Металл», от мастера к мастеру, вот моя фотография среди вот этих кузнецы всего мира. Это проходило в конкурс в Чехии. Отлично. Там мы завоевали второе место. Вот мои награды. Еще час из них таких. Вот которые... О, второе место. Вот наковальный, серебряный наковальник. Если вы видели Дамаск... Да. У меня с собой есть дамасский нос в машине сейчас. Я с собой. У меня тоже ручная работа. Рукоятка сделана из бересты, из коры. Знаете, наслоем, да? Получается, они вот так по одному ее наслоили, потом обрезали, обточили ее всю под этот. Береза. Из березы, да. Ну, рисунок немножко другой, с пробами такой, знаете, с засверлами. Вот типа такого рисунок. Да, это, знаете, четыре вида рисунок. Раз, два, три, четыре. Да, четыре вида. Из четырех паток сделаны. Разные, да, были? Да, разные, конечно. Здесь два, да, получается, у нее. Здесь вот полосатый. А для чего какой нож? Расскажите. Они же вот этот разделочный больше. Этим вот удобнее разделывать. Да, это разделываю, это тоже разделываю. А это охотничий. Это вот больше охотничий. Да, почему это такое? Большое дерево будет, и вот пять листьев его на пять пальцев похоже. Вот зерно тоже крепкое. Узористый вот это узоричный. Такое, да. А это просто сталь, да? Да. Просто. А вот здесь как-то паяно, да, она или как вот это вот? Ну, ручка это, как это сделана? Залита, да? Залита, вот здесь и заливаю. А заливали чем? Чем? Как? Вот эту заливаешь, вот одну поставишь. Сталь, да? Да? Идемте, я вам покажу. Здесь у меня. А, как раз греете его, да? Это бобит. Ниже серебра. Тоже у них есть проба. А, вот такой, да? У них есть проба. Тяжелый. Ну, конечно. На чугун похож. Ну, я имею в виду такой. Это же не чугун. По масти. На чугун, да, чугун тяжело и плавить. Он и хрупкий. А это что делаете? Заливаем на него. А, готовите под заливку, да? Да, под заливку. Это связка. Я понял. Ну да, как этот, чтобы зачистить его, да? Да, я на заклепках, целиком. Ну цельный хорошо, это ручку будет держать. Конечно. Да, лучше, чем так и будет. Хорошо, спасибо вам. Давайте я вам еще раз руку пожму. Вы пожалуйста. Хорошее дело делаете. Счастливо. Да, спасибо вам большое. Ага, не за что. До свидания. Вот такая красота. Кузня. Куча каких-то ресторанчиков. Где поют хабиби. На улице жари. Очень много туристов, причем вообще из разных стран. Короче, походу нереально тут найти банк, работающий в воскресенье. Сейчас буду пробовать переводить на визу и снимать с нее. Сейчас посмотрим, что получится из этого. Конечно, да, Азия вообще просто прекрасна.
Ну что, Влада проснулась. Веду ее показать Бухару. Ты расскажи, как ты меня оставил на солнцепеке в закрытой машине. Я ушел просто. Скобки. А? Старый, видишь, скобки, как старый год. Чак, Рома, голодный? Вон он, что? Молодцо. Ты у меня. Ну что, первая серия наша увенчалась успехом. Мы сейчас обменяли деньги, как обычно, на черном рынке. Ты же сказал, да, что сейчас? Не, еще не сказал. Обменяли деньги по курсу 6.30, а банковский курс 3. Соответственно, мы сейчас хотим попробовать эти деньги обменять в банке по курсу и потом назад обменять. Тогда будет выгода двойная. Ну, посмотрим, что у нас из этого получится. Тоже кто-то на грузочке. Какой он серьезный прям. Серьезный. Прям как я, только серьезный. Черно-белый, это какая-то. Нашли кофеек. Сейчас возьмем кофе, зарядимся и пойдем дальше гулять по Бухаре. Я познакомились с хозяйкой, она как раз из Германии. Вот говорим, что очень вкусные были тортики. Не тортики, а именно пироги домашние. Да, мы еще оставим свой e-mail и потом попросим, чтобы нам прислали рецептик, чтобы мы в России их повторили. А, рецепты мы не дадим. Я уже примерно знаю, как гречневое. Да, гречневое. Гречневое мы найдем. Можно это всю Тироль, южная Тироль, чего, знаете? Тироль? Да. Рецепт. Тирольский пирог. Только тирольский пирог из гречки. Сюй Тироль, южный Тироль. А, южный тирольский. Все, южный тирольский, я записал. Это родина, да? Зачем мы всем сказали? Ничего страшного. Так что приезжайте, здесь очень вкусно. Будете в Бухаре, заезжайте. Вот так называется кафе. Визбон. А, да. Спасибо. Да. Приходите. Как вас зовут? Влада. Влада? Влада, да. Это? Владимира? Да. Владимир Ленин. Ну да. Я Гертруд. Гертруд. Гертруда? А... Гертруд. Гертруд. Гертруд? Герой труда. А. Герой труд. Гертруд. А не Гертруда. И Хайси Богдан. Богдан? Я. А ты, откуда вы? А... Корень. Богдан это... Ну, Польша, Украина. Крин, да, Польша, Украина. И Facebook тоже. Кафе, Вишбон, Бухар. Окей. А телефон уже. Okay. Все, мы возьмем с собой. Auf Wiedersehen. Все, спасибо. Спасибо большое. До свидания. До свидания. До свидания. У меня ощущение, что я сейчас в Европе побывала. Опять вернулись, да. Да, да. До свидания. Пришли просто сюда. Да, да, да. Хорошо, кусочек, да, такой аккуратный. Ну все, движемся дальше погулять по Бухаре. Мне кажется, вот такие приятные. Такие встречи. Маленькие кафулечки, это то, что нужно в таких местах. Ну да, это то есть было ты... очень неожиданно, очень спонтанно мы туда зашли и вот такую историю узнали. В общем, круто. Ну и да, это самое. Она во время войны, да, переехала сюда? Ну нет, она сама живет же сейчас в Германии до сих пор, просто здесь бизнес. Это очень выгодно. Я просто так не поняла, где она живет. Вот под Мюнхеном живет, это небольшой городок. Да, сюда приезжает на сезон зарабатывать денег. Ну, очень круто, я думаю. Да, очень хорошо. Думаю, вполне, да. Это знаешь, это уже так, это предприимчивые немцы, предприимчивые немцы на пенсии называется. Хочешь отлить, хочешь... Да, смотри в зеркало. А ты... Российский. В суммах? В суммах? Нет, лучше в суммах. Тысяча рублей, российский. Тысяча рублей. А в суммах это сколько? Ну, 85. В суммах 5, да? 85. Не работает. Я черный хорошо, жалко тебя нет. Жалко тебе волос. Какая, черная лучше? Он работает, да? А какие монетки надо кидать? Да? Круто. Маленький кебаб там остался. Лёд, не бежишь, хотел оставить ее здесь уже второй раз, не хочу оставить в Азии и свалить, не получается. Ой.